По кайфу, брат, ну ты знаешь, я прям на твоей стороне всегда, как говорится. Да я тоже рядом, Ром, вообще в любой ситуации. Я, кстати говоря, как и в обращении сказал, я никогда не был против вообще лиги хардкора. Я всегда говорил, что лига хардкор это, ну, одна из лучших лиг. Потому что если я сейчас скажу лучше, то фанаты топ-дога залезут, скажут, да ты чё, ты топ-дог не смотрел. Кто понял, там начинают, типа, закидывать казак и черкес, это бой казака и черкеса. Я говорю, ребята, это бой двух бойцов. Они просто про это забывают. Колян просто с таким выражением лица сидит. Конечно. Да не, я вон Рому слушал, он правильно говорит на самом деле. Вон все это СНГ взять, постсоветское пространство. С Казахстаном. По факту-то, если разобраться, мы же все вместе, наши деды, воевали за... Конечно, потому что вот эти все пресс-конференции, вот эти все хипиши за пределами октагона, они ведут как раз-таки к этой ненависти друг к другу, понимаешь? Это плохо, блин. Это выходит за рамки спорта уже.